опрос проводили, нет, готовиться не надо, я могу его повторить и все. Мы с ней встретились, во-первых, в Российском Союзе писателей, и она приглашала наш клуб «Амур» на выступление. Ну и, в общем-то, это что-то она себя показала. Хороший человек, красивая женщина и компетентный специалист, да. Ну вот, я решил здесь написать письмо. Спасибо. А что спасибо? Тут еще неизвестно что. Ну ладно. Все равно спасибо. Вечер на лугу и экрана, в тишине стихи твои читаю. Ясно вижу, им душа родная, в грусти мысли я словно обманом. В гости попадаю, попадаю. Дорогая, то пора зачарования, пишет жизнь картину расставания, относиться к ней не надо строго. Встречи будут лишь после прощания, встречи будут лишь после прощания. Жизнь не ты, не смотришь прекрасно, теперь желаю, как награды, чтоб струились счастья водопады. Ведь знакомство наше и напрасно, и любви большой найти все вклады. Подарку тебе желаю, любви большой желаю. Саша написал вам лично. Спасибо огромное. Да.